Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Ранее сегодня стало известно о том, что Кристину Арбакайте проверят на предмет финансирования ВСУ. И вот еще одна новость, собственно говоря, саму Аллу Пугачеву Генпрокуратура проверит на предмет финансирования ВСУ. А вот что пишут СМИ. В Генпрокуратуру Российской Федерации направлена жалоба на Аллу Пугачеву. Отечественную певицу проверят на финансирование ВСУ, об этом сообщает ТАСС. Значит, инициатором проверки вновь выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Ранее он обращался в ведомство с аналогичными требованиями в отношении других знаменитостей. Вот что он пишет в адрес генерального прокурора Краснова. Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи ВСУ. Виталий Бородин отметил, что Алла Пугачева продолжает критиковать операцию, проживая в Израиле. По словам активиста, Пугачева поддерживает российских знаменитостей, которые придерживают аналогичных взглядов и оказывают помощь ВСУ. Ранее федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами, отмечает обращение Бородин. Ну что, друзья, могу сказать, что, видимо, идет по всей семье работа. По всей семье. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.